Всем привет! Как я и обещал, сегодня у нас сравнение двух китайских смартфонов Xiaomi Redmi Note 3 Pro или Ecole 2X620. Вот такие два замечательных смартфона. Давайте посмотрим визуально. Они, в принципе, оба 5,5 дюйма, абсолютно одинаковые по размеру. Ну, по крайней мере, визуально точно. Видите, они прям практически тютелька в тютельку подходят. Ну, может быть, вот этот вот Лека чуть-чуть побольше. Но на самом деле практически незаметно. Здесь колонка, здесь идет микрофончик у Xiaomi. Вверх идет. Тут у нас идет ИК, ИК 3,5, здесь нету. Здесь вкладыши для карт памяти и сим-карт. Здесь идет USB Type-C, здесь идет microUSB обычный. Так, мне больше интересно, как работает фото- и видеокамера. Ну, по параметрам тут, в принципе, все ясно. Оба они на 3 гига. У этого 32 памяти, у этого 16. Ну, в принципе, на скорость это не влияет. По поводу процессора, тут, конечно, разница большая. Тут стоит Snapdragon 650, и тут Helio X20. Ну, я думаю, мы посмотрим, как что выглядит, но на тестах. Так, давайте, наверное, включим Antutu. Тут уже будет сразу визуально видно, да? 76 тысяч против 50. Тут уже, извиняюсь, не попрешь. Но дело, честно говоря, я думаю, не в этом. Мне больше интересно, как он работает. Потому что все эти Antutu, видите, они оба не тормозят. У обоих все отлично загружается. Так, давайте вот все закроем. Лишних запущенных приложений нет. Выхожу. И на счет 3 запускаем асфальт. 1, 2, 3. На мой взгляд, разницы практически нет никакой. Ну, возможно, Xiaomi побыстрее, но... Ну да, побыстрее. Смотрим. Задняя камера, везде идет 16 мегапикселей. Видео снимает Лека чуть-чуть похуже. То есть это идет полное 4К, а это идет чуть-чуть не до 4К. А вот по поводу передней камеры, здесь обстановка совсем другая. В Xiaomi она гораздо хуже. Она 5 мегапикселей, тут 8 мегапикселей. Видео она снимает практически идентично. 1920 на 1088, а здесь 1920 на 1080. Ну, практически одинаково. Передняя камера, я думаю, особо никому нужна не будет. Только лишь для селфи. Вот вы видите, как все это выглядит. Как-то, да, в Лека она гораздо получше. Тут я себе больше нравлюсь. Итак. Сейчас посмотрим, как они фокусируются. Надеюсь, вам видно. По скорости. Вы знаете? Вот смотрите, если я вот так опущу, вот на этой фотографии, гораздо все, по-моему, четче. Смотрите, снимаю. Ну, вот эти фото мы уже посмотрели. Давайте посмотрим несколько фотографий с улицы. Так, на вкус и цвет, товарищи, нет. Теперь давайте попробуем, перейдем в режим видео. Вот как выглядит режим видео.
принципе, не особо что изменилось. Так, давайте зайдем в настройки. У Xiaomi стоит... Ой, у Leica стоит 4К. А тут у нас... Тут у нас качество Full HD. А 4К у нас нет. Так, ну давайте тогда поставим здесь тоже HD. Скорости фокусировки. Вот, смотрите. Иногда схватывает быстрее Xiaomi. Ну вот смотрите, например, на Leica, мне кажется, гораздо четче, чем здесь. Здесь почему-то четкость начинается дальше, то, что поближе, совсем мутно. А здесь более такая равномерная. Даже не знаю, что из них лучше будет. Ладно, давайте перейдем на движение. Попробуем поснимать в движении. Вы посмотрели готовое видео. Конечно, решать вам. На мой взгляд, оба телефона вполне достойные. По поводу заряда, не знаю, кто из них будет держать нормально, кто нет. Вы видели и передние, и задние камеры, и фото, и видеосъемку. Так что решайте, какой аппарат больше вам по душе. Сделаны они все в одном месте, мы знаем в каком. Поэтому удачи вам! Вы были на канале Шестеренка, с вами был Макс. Всего наилучшего, если есть какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Удачи вам, пока!